Последний раз подозреваемый видели, когда он проходил через эту зону. Следуй за ним. Ублюдок, сейчас мы тебя найдем. Найдем и казним. Я заметил, кстати, когда переходишь с главы на главу, оружие исчезает куда-то. О, птичка. Приходится искать по новой. Трупешник лежит. Такая же труба. Лежит такой в недоумении. О, вижу тень. Ах, вот он. Это он. Следуй за ним. Следуем, следуем. Засранец. Еще и сражается с кем-то. Ух ты, сидит. Типа. Так и должно быть. Ух ты. Еще и с топором. Какой. Ух ты, попал по мне. Убежал, ублюдок. Еще птичка. Давай, иди сюда. Сейчас я тебя. Да что-то какой-то. Сюда иди. Получил. Ух ты, с пистолетом. С пистолетом, с пистолетом. Да получи ты. Так, а пушку отдай. Да что ты, не дохнешь-то. Пушка, пушка. Сколько патронов? 3 патрона еще. Отлично. Птичка. Фу. Блин, а жизни-то вообще. Ноль. Хм, почти. Так, еще один топор. Блин, раз топор, значит, он сейчас здесь где-то нужен будет. Я так и понял. Блин. Ладно, сейчас разобьем дверь, короче. Где топор? Вот. И вернемся за пистолетом. Там все-таки 3 патрона. 3 целых патрона. Здорово. Так, еще бы аптечка здесь лежала бы где-нибудь. Было бы вообще отлично. О. Да что так громко-то? Банки, склянки.
вообще птичка. Развелось тут. Птичек этих. Вонючих. Так, ну вот, отлично, мы обошли. Так, что-то свет такой становится. Опять, что ли, приход сейчас будет? Вон стоит чувачок. О, нифига себе. Там кто-то вообще был такой. Так. Еще один патрон. Вот на тебя я как раз сейчас его и строчу. Да ну нафиг. Как он так? Это чё сейчас? Отлично. Так. Мне нужна дубинка. Думаю, это сойдет. Центральное метро. Так, где-то там. Носится там. Ну давай, подходи. Ух ты! Звезданул-то нехило так мне. О, пекаль. Цу, нифига себе. Целая обойма. Вот это свезло так свезло. И аптечки. Ништяк вообще. Друзья, гуляем. Топор опять. Блин, эти шорохи. Топоры тут что-то на каждом шагу. Так. И вижу дверь для топора. Блин, я с пистолетом. Ух ты, а он с ружьем. Вот он не один с ружьем. Три патрона. Нифига их тут. Где оружие-то понабирали? Четыре патрона. Два патрона. Возьмем где четыре. Тихо. Ты япнул банк. Походу нет. Тут еще есть. Вижу глазики там, наверное, секретик. Че это сейчас было? Так, значит где-то здесь секрет. Глазики, глазики. Та-дам. Так, дверь.
А, все-таки придется ружье выбросить. И взять этот топор. Очень медленный топор. Снова птичка. Ух ты! Так, 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 так. Или за ружьем вернуться. Здесь еще монтировка нужна. А вот и монтировка. Так, что мы здесь возьмем? Ружье. Как раз 4 патрона. Еще птички. Да, ну началось, блин. Ладно. Действуем по старой схеме. Да ну, нафиг. Так, мне нужен твой пистолет. Отлично. Блин, где же они понабирали-то оружие? Жители метро. Еще глазики. А, вон и железячку вижу. Так, надо туда как-то спуститься. И это, слышу звук поезда. Птички мне не нужны пока. Да чтоб тебя! Воу-воу-воу-воу-воу! Еще один. Баба. Тут оказывается еще особи женского пола есть. Нифига так меня скинул. Так. Железячка. Отлично. Так, и куда мне идти-то? А, ну здесь закрыто, да? Нифига он так залетел. Банки тут только выдают мое присутствие. Вон еще одна птичка. Отлично. Все птицы собраны. Осталась, кстати, осталась одна железяка, да?
Так. Кстати, этот подозреваемый в поезде, заберись с него, пока он не ушел. Я хочу здесь посмотреть. А я думал, он без меня не уедет, да? Я хочу посмотреть. Железяка. Я как чувствовал, что она здесь. Отлично. Теперь можно отправиться. Чё хочешь сказать, прокатимся с ветерком, что ли? Воу-воу. А чё делать? Просто ехать. Чё? Чё? Чё останавливаешься? Пассажиров забыли, что ли? Иди ты! Уйди! 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 Да отвали ты! О, о!